Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6. Урок 27. Заполни таблицу и запиши множество е-значений выражения 80 минус x при данных значениях переменной x 9, 18, 27, 36, 45. То есть мы должны в наше значение выражения 80 минус x вставлять значение переменной. 80 отнять 9, получаем 71. 80 отнимаем 18, получаем 62. 80 минус 27 равно 53. 80 минус 36 равно 44. 80 минус 45 равно 35. А теперь запишем множество е значений данного выражения. Множеству е принадлежат числа 35, 44, 53, 62, 71. Числа принято записывать от наименьшего к наибольшему, как они стоят в ряду натуральных чисел. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.